Что там, кого чекаем? Мальчик. Любитель старой школы этих силачей. Здравствуйте, я Иван Скачук, мне 14 лет, я из города Мелитополя. Так, а что ты делаешь? В чем твой талант? Гну гвозди, рыбу календари и поднимаю тяжесть. Хотите попробовать? Ну это же легко. А ну дай сюда. Ну давай, ты сейчас согнешь его. Я согну. Ты согнешь. Ну смотри, чуть-чуть согнул, видишь? Да, вот да. Оно чуть-чуть, да, вот... Да, все видят. Ты что, согнешь прямо сейчас, что ли? Да ладно. Нормально, да? Нормально. Нормально. А ну давай я разогну. Костя, у меня ощущение, сейчас ты либо разогнешь гвоздь, либо у тебя брюки лопнут. Понимаешь, я переживаю. Вот по тебе, ну, я надеюсь, тебя не обижу. Ты не выглядишь таким вот, ну, знаешь, мощным, как привыкли вот мы все видеть силачей. Упражнения с тяжестями, для этого рельефа мышц не надо. Можно быть без рельефа, а дурную силу иметь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вижу, спортсмен, да? Да. Скажи мне, пожалуйста, а что ты вынес гирю? Это подарок или что? Я с ней буду устанавливать рекорд Украины. В течение часа я ее буду толкать. Час? Без перерыва. А сколько вообще ты делал? Личный рекорд у меня за полчаса 500 раз толкнуть. Ого, 500 раз. А сколько там, 16 кило? 16 килограмм. Удачи! Зараз хлопець відправляється в хол, де на нього чекає представник Національного реєстру Книги рекордів України. Готов? Щоб встановити новий рекорд, Єгор має штовхнути 16-кілограмову гирю 1000 разів за годину. Слушай, а він же маленький. 17 років, а точно не круто. Ні, ні, такий якийсь щупенький. Попытка установления рекорда. Максимальное количество толчков гири 16 килограмм обеими руками. 3-4. Старт. Что-то я волнуюсь за этого парнишу с синим трико. Ты еще раз, можно школе двинуть. 991 со мной. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 98! Давай, 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 давай. 99! 1000! 55 минут! Еще 5 минут все будем лежать! Неймовірно! Єгор підняв вже гирю 1000 разів! Проте у хлопця є ще сили продовжувати далі. 5 секунд ще є! 3, 2, 1, фініш! А, зараз мальчик вийде. А скільки раз він підняв цю гирю? Да зараз все бачиш. We'll be right back.
Слушай, я думаю, тебя уже нет вообще. Виталь, а все было хорошо? Ну, насколько хорошо можно судить по спине? Тут все видно, насколько хорошо. Ты сейчас столкнулся. Ты сейчас 102 раза. Ого! Новый рекорд Украины! Максимальное количество толчков обеими руками. Ровно за час. 1102 раза. Поздравляем тебя, молодчина. Хочу побить какой-то рекорд. Давай придумаем тебе рекорд. Ну, придумай мне рекорд. Что бы я... Вот, ну, сколько, что ты можешь, например, там, сколько раз... Вот, согнуть палец, согнуть палец, например. Вот, допустим, за минуту сгибаешь, вот так, раз, два, три. Это ж круто. А ты не пойдешь сразу бить мой рекорд? Ну, конечно, я другим пальцем буду бить. А, все, давай. Я указателем, ты мизинцем. А я мизинцем, да. Побьем, сделаем два рекорда. Кстати, будут у нас такие вот... На самом деле, друзья, это веселый червячок, да? Такой милый. Потом, представляешь, ты приходишь и говоришь, я побью рекорд не мизинца, а указательного пальца. И вот так вот просто.